не знала. Я думаю, о чем мы с ним общаемся? Оказывается, то, что мы лисы. Странник, привет, как дела у тебя? Рассказывай, как настроение? О, вау, вот так сразу. Спасибо большое, спасибо. Спасибо большое. Ты оса? Подожди, там есть оса? Оборона. Там есть оса? Подожди, подожди, что? Ой, странник, ё-моё! Спасибо большое, спасибо за подарки, блин. Вот ты пополнился, что ли? Офигеть, офигеть. Офигеть, спасибо. Я не знаю про волков, я только свой год увидела, такая, о, я лиса. Даш, ты забыла, я же сейчас в санатории, я помню, что в санатории. Спасибо большое, странник, ё-моё. Спасибо большое, спасибо за подарочки. Короче, заигрывание. Вообще-то, директор Бига, хотела сказать, что мне крайне импонирует ваша вот деятельность, потому что я всегда говорила, что мой мужчина должен быть связан либо с крупным, либо средний, ближе к крупному бизнесу, либо к крупному бизнесу, либо к политике имел отношение. Поэтому в целом, вот, собственно, да. А, приветик, ой, да, я сегодня феечка. Я сегодня вот такая вот женщина, лесная, практически нимфочка, ну вот такая вот я. Девчонка, прям девочка-девочка. Когда я розовый надеваю, я уже не первый раз замечаю, что какая-то, видимо, женская энергия пробуждается, мне дарят подарочки. А когда я в голубом, мне не дарят подарочки. Ну, в плане меньше намного. Лёнь, потому что ты у нас самый главный человек на всех стримах. На моем, на Ксюшином, на Каринином, на Танином, в общем, на всех-всех-всех. Подожди, Тань, там реально есть год осы? В общем, я не особо поняла. Странник, короче, есть славянский календарь. К чему вот мы сейчас это все обсуждаем? Я, оказывается, родилась в год какой-то там лисы. Какой-то там. Сначала у меня какое-то есть прилагательное вроде, а потом лиса. В общем, я вот это вот лиса. Я думала, что мои... Подожди, жалящий шершень? Так, подожди, я посмотрю. Я посмотрю. Это очень интересно. Приветик, приветик всем, ребят, кто заходит. Потому что я в шоке. Подождите, девочки и мальчики, я в афиге. Я думала, что мне этот мир абсолютно понятен. Ой, спасибо, спасибо. Ну да, да, это, кстати, мое любимое платье. Я купила его в прошлом году и надела всего один раз в этом году. Вот так вот. А, нет, один раз я его выгуляла, прям сходила с подружкой. А вот так я два раза его надевала уже здесь. Собственно, вот. Вот так, огненная лиса. Ой, директор Бига, ё-моё, это ты мне так... собственно, ответочку за... О, нифига, так они еще даже по два, не по одному. Ничего себе! Это ответка за вот мои критерии мужчин. Спасибо большое. 13, это мое любимое число. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, директор Бига. Ё-моё! Вы мне, правда, сегодня, видимо, одарили подарками, потому что я сегодня в этом платье. Спасибо большое за подарочки. Правда, спасибо большое. Даша, вот Таня никогда про меня не говорит. Она всегда про детей говорит. Про тебя, Лен, тоже мы говорим. А фасон знакомый, бывшая, тоже такие варианты по платью нравились. Так мне тоже такие нравятся. Люблю, когда такие вот, знаете, свободные, женственные. Я же вам рассказывала, что была история, когда мужики придрались целым баром. Так там тоже платье наподобие, только длинное. Я вам, кажется, видео укрепила с того дня на страничке у меня, но есть. Всем привет, Пятибор, спасибо за подписку. Короче, какая-то лиса, да. Вот не помню, огненная, не огненная, сейчас я поищу, я вам скажу. Пишите свой год рождения, я буду говорить, кто вы по славянскому календарю. Вот, ну все, забились, раз импонирует. Да-да-да. Так, славянский календарь. А, кстати, еще знаете, в чем прикол? В том, что я не смогла, это неправда, не хоть что-то, я не смогла сегодня, когда пыталась проверить возможность проведения моей викторины, сделать 53-й. Сбыла, вы не можете быть настолько взрослым человеком, потому что вы бы Бига так точно не сидели. В общем, я к чему? К тому, что нельзя сделать, собственно, трансляцию экрана. По крайней мере, у меня не получилось. Я очень надеюсь, что все-таки получится как-нибудь это, либо я буду вам показывать. Но, конечно, очень обидно, потому что я заморачивалась очень-очень долго. Я скажу, какая я. Крадущаяся лиса я. Я крадусь. Вот такая вот я лиса, вот такой вот мой год рождения. По славянскому календарю. Да, короче, это прикольно. Это прикольно. Чечня, здесь канал Добра и Позитива. Дальше, я не люблю, когда про меня говорят. Лёнь, так наоборот, нужно радоваться, когда про тебя говорят. Знаешь, мне с детства мама говорила, никогда не расстраивайся, если тебе говорят плохо, главное, что тебе говорят. Вот когда говорить перестану, значит, ты реально что-то ты не так делаешь. Короче, ты Фоксик. Да, да. Помни,
помните, раньше песенка была, как говорит лиса, там такие звуки были очень странные. Она была, когда я, наверное, началки еще училась, то есть давно. Какого города? Я сейчас живу в Новосибирске. Вот такая вот история. Короче, да, если вы узнаете, что кому-то задонатили полмиллиона бобиков, то вы знаете, каким образом девочка эти денежки получила. Скороговорками... Нет, я не разговариваю с скороговорками, what the fuck, hello. А канал Добра и Позитива, это ты где услышала? Это я, собственно, здесь вам говорю. Я нигде этого не слышала раньше. Дальше я только зайду в воскресенье или в субботу в Бига. Окей, окей, хорошо. Роман, спасибо за подписку, спасибо за подписку. Всем привет, ребят, кто заходит, с кем я еще не здоровалась, с кем я еще не знакома. В общем, да, я крадущийся лис, вот мой год. Так быстро разговариваешь, ну да. Пока энергия есть, нужно...